Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами монета 50 тысяч лир 1999 года, Турция. Такая вот интересная небольшая монетка с номиналом 50 тысяч лир. Посвящена она продовольственной программе ФАО. Материал монеты алюминий, вес ее 1,5 грамма. Диаметр 20 мм, толщина 2 мм, гурт гладкий. Тираж данной монеты 1 002 000 штук. Небольшой тираж, конечно. И цена ее составляет от 50 до 100 рублей, в зависимости от состояния монеты. Я купил ее за 75 рублей. Вот такая вот у меня теперь есть коллекция. Интересная монетка. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, подпишитесь. Не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Всем пока!